Всем привет, ребята! С вами я, Chicken TV, и давайте посмотрим, есть у меня микрофон. Так, есть у меня. Слышите? Так. Короче, сегодня я с этого дня я начну только снимать видео. Потому что, некоторое время, пока ты начинаешь снимать что-то там по быга, тебе становится скучно, и тебе хочется снимать другие игры. Вот поэтому я пришел на Chicken Guns, потому что тут больше всяких информации про него. Да, про быга я тоже буду снимать, но я больше теперь буду выходить в видео только на Chicken Guns. Больше... И все. Короче, давайте же введем любой режим. Например, слайм. Кстати, вышла версия 1.1. Ой, то есть 3.1.10. Да, и тут практически ничего не добавили. Но я вроде. Тут извините, заикаюсь просто. Сопли еще. И да, кстати, я болею. Но видос для вас я все же сниму. И кстати, на айфонах есть такая пасхалка, то что не жду ли робота. Это очень прикольно. Давайте я попробую проверить несколько багов, которые я знаю. Так, давайте. Первый баг. Первый баг то, что можно. Это сейчас. Вот так вот его. Вот так вот, да, вот так вот. Кидаю. А, блин, я забыл. Его нужно. Так. Теперь кидаю. Ну, а теперь я проверю баг с подставами. Так, делаю вот так, вот так. И нет, к сожалению, баг этот не исправили. Это очень сложно. Прикольно, вот и можно делать с друзьями, смотрите. Смотрите, я как будто устал, и я лежу. Вы ничего не слышали. О, все, второе видео справится. Как вы видите, у меня будет это новое пауза, тут будет изучать. Потому что я его практически не играл. Chicken Guns. Ну, короче, давайте уже зайдем на какой-то сервер. Даже гонки заработают. Ну ладно, давайте гонки. Ой. Здорово. Я у бабушки, если что. Поэтому мне неудобно записывать, потому что вечно тут чихает, он бегает. Еще что-то. У меня... Ничего, у меня только не такой-то. Офигеть. Что с моей камерой? Ребят, я игру сломал. Я не вижу ничего, я нажимаю на газ и на тормоз. Что происходит? Ладно. Разработчик по фикси, я уже первый баг нашел. Так, я зашел в новую карту. О, тут фейк Дэна. Знаете, что я хочу в Chicken Guns? Я хочу, чтобы добавили граффити и ID, потому что фейков не будет. В том числе и Дэна. Фейков Дэна больше не будет. Мы будем знать, какой у него ID. Да, я тоже смотрю Дэна. И я буду идти к цели 500 подписчиков, потому что я хочу вступить в их команду Дэна. Там, где Жура 24К. Или... Тут Димас еще. Димон.
12, как, по-моему. Я не помню, как они называются. Я на первом месте, кстати. Я уже проехал один круг. А, ну, конечно же. Так, я заработал 76 монет. Иногда отвлекаюсь. Так, ну давайте. О, ваша эта пушка сделает 10 скинов. Обычно вот такие цели сделали, ну, пониже. Но как они оставались, так и оставались. Ну, в принципе, ни на новую пушку, ни на новый скин, ни до чего не хватает. Кроме новой обуви. Ну, конечно. Потом я... Давайте я сейчас буду потихоньку составлять свой скин. Угу. Понял. Понимаю. Давайте что ли посмотрим баги. Так, давайте зайдем в офлайн. Ой, то есть сервис. Топовый сервис. Вырыл. Зумура? Ты чё? Ну вообще не такой скин. У него даже не такой ник. Пойдёшь считать. А это как диване? Пока в диване не спали. Ну, короче, это было мое видео по Чикиган. Кстати, я впервые начал вставлять музыку в видео. Короче. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Кстати, подпишитесь на мой канал и поставьте лайк, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем пока.